сегодня мы закончили монтаж нашего трейлера и полную его проверку для перевозки реактора гидрокрекинга на территорию завода «Роснефть». Сложность перевозки заключается в том, что груз, как видите, очень большой, очень высокий, очень высоко размещен центр тяжести, и для того, чтобы минимизировать вероятность каких-либо эксцессов, нам пришлось использовать четырехточечную систему подвески. Компания Instar Logistics завершила один из масштабных проектов этого года по доставке 19 единиц оборудования. Огромное спасибо всему коллективу и всем специалистам компании.